Друзі, поки тривала реклама, до нас приєднався гість. Це Максим Несміянов, експерт по захисту прав споживачів. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. Чи встигли вже сьогодні щось перевірити? Ні, я тільки успів сніком доїхати. Що останнім часом перевіряли і що вас дивує? Чи взагалі дивує вас останнім часом якісь порушення? Мені тільки потребителі удивляють. Чому? Чим? Ну, допустим, последний раз приїхали на стройку, которая, ну, умерла, понятное дело. Суть следующая. Человек говорит, я купил квартиру, мне квартиру не дали. Угу. Я говорю, давайте разбираться пошагово. Вы купили саму квартиру или вы инвестор? Ну, угу. Он, я, типа, купил квартиру. Пока разобрались, я ему доказал, что он инвестор. Хорошо, я говорю, дальше пошли. Вы попали на стройку, которая умерла. Дальше что произошло? Он говорит, появился какой-то кооператив, я ему дал 11 тысяч долларов, чтобы они дом достроили. Я говорю, а какие были правоустанавливающие документы, зачем вы дали ему эти деньги? Он мне говорит, ну, они, ну, правопреемственниками себя назвали, как они стали, непонятно, но вот, в общем, такая история. Мы туда приехали, я на дом посмотрел, да, без жизни не примет этот дом. Там суть следующая, по стройка, вот, короче, ну, может, метра два от стройки и забор, больше территории нет у стройки, там детскую площадку разместить негде, парка мест не будет. То есть они не пройдут по ДБНам, ничего, этот дом сдать невозможно, вот в том виде, как он есть. Я уж не говорю о том, что он на холме находится, как он еще не сполз и не упал, а там 18 этажей и свечка. А про що думають люди, які інвестують в ці гроші? Вони взагалі, ну, вони самоубійці. Вони, чесно, вони самоубійці, тому що дома ті опасні. І знаєте, якщо б ми були нормальна країна, я сразу сказав, цей дом би просто знесли. От просто, як він є. Або не будували взагалі. Ні, і він під снос. От що вони настроїли? Вайцеховський, другие ребята, это все под снос. Вот эти всякие дома на Харьковском, Мега, как он там называется, он же весь в трещинах. Там просто дурдом. Эти дома должны идти на снос. Почему у нас государство до сих пор не скажет? Люди, хотите потерять свои деньги? Несите в незаконные стройки, мы их снесем. А як вони можуть їх будувати, якщо у них немає дозволів? Зазвичай всі будівництва, які новобудови, вони спочатку починають будівництво, а потім отримують всі документи. Як це можливо взагалі? Смотрите, от недавно перед виборами на Дарницю у мене теж произошло, приїхала хорошо організована ОПГ, бандформування, ребята реально збиті, я не знаю откуда, вони такі, ну, чоловік 40, вони по периметру розбили, захватили територію себе. Менты приехали, вот просто менты, говорю, как есть, приехали, поцеловали и ушли. Все, то есть договорняк такой чистой воды, забор поставили, деревья срубили. Просто перед выборами, видно, мэр не захотел скандала и сказал, а ну там произошло следующее, еще напали на журналистов, ну потому что эти тетушки, они же грани не знают. Они напали, напали на национальный канал, приехало подкрепление, после этого вмешался мэр и теперь пока что территорию освободили. Но суть следующая, у нас просто то, что хочет, то и творит. У нас по телевизору все прекрасно, а по факту, ну, люди, поймите, если вам они и говорят, что мы тут феодалы, князья, боги в этой стране, сегодня он бог, но стройка 1.5-2 года идет, он может не достроить этот объект. Дивіться, а якщо людина купує квартиру на стадії проекту, на що треба звертати увагу, щоб не потрапити дійсно в таку ситуацію, щоб коли будинок побудують, то він буде там у тріщинах? Сейчас нельзя інвестувати на уровні котлована. Взагалі? Потому что, да, осенью нам обещают дефолт. Ну, всі ж знаємо, да, самые большие выплаты. Если мы придем к дефолту, кто бы вам ни строил, возникнет миллион вопросов, как это будет дальше. Ну, то есть мы понимаем, будет смена политической власти, экономические какие-то эти вот у нас перенаправленность произойдет, но будет очень весело. И вообще, ближайших полгода, вот я со своими соседями общаюсь, просят не инвестировать. Сейчас огромное количество людей с деньгами выкупают квартиры, если мы обратим внимание. Во всех городах выросла цена. Я не знаю, что это за паника у населения. Видно, люди просто боятся будущего и пытаются зафиксировать хоть что-то, купить какой-то себе там квадратные метры. Но я не советую идти на уровень котлована, можете потерять деньги. Стосовно хочеться запитати дитячого харчування. Ви дуже часто буваєте в торгових центрах, і це така важлива ланка, так? Тому що маленькі діти дуже багато люблять різних натуральних різних пюре, соків, там, не знаю, кашки мами купують. Яка ситуація зараз з цим? Ну, от проводили рейд, ми взагалі прийшли, якщо чесно, плесень перевірити на колбасі, сирі, тому що була жалоба від потребителя, що він торт купив, розрізала там плесень. Но по дороге я пока проверял, я, понятно, иду, объясняю журналистам, на что обращать внимание. Вроде бы магазин страшненький, но в пределах нормы. Да, опасность есть, но невысокая.
Я говорю, дохожу до отдела, говорю, а вот это образцово-показательный отдел. В этом отделе продает детское питание. И я иду раз, два, три, смотрю, блин, ну извини меня, 25 дней просрочка детского питания, большая партия продукции. На том как бы все мои позитивные отзывы закончились в этом магазине. К сожалению, надо следить, сегодня просрочка бывает даже в отделах детского питания. Это, хотя это просто такая красная зона, где должен директор проверять, продавец. Но, к сожалению, не следят, вот в чем проблема. По остальной продукции надо быть очень внимательным. Вот, допустим, мы проверяли пельмени детские. Там такой состав, что они взрослым опасны. Там большие слишком кости. Розкажіть алгоритм роботи споживача. От ви побачили, зайшли в магазин і побачили прострочений товар. Що треба робити? Звертатися до персоналу, писати якісь скарги? Смотрите, визиваєте адміністратора, фіксируєте це все на місці, якщо вони невменяемі. Просто починати реально надо скандалити, кидати в эту... Вот говорю как есть, если они не хотят вам навстречу идти, берете эту колбасу и кидаете в них, пусть он сам ее и ест. А проблема у нас следующая. А у нас, почему они все так ведут? Они знают, что у нас обычно один покупатель вменяемый, 99% будут стоять и смотреть, в лучшем случае снимать, а многие скажут, а что вы скандалите? А какая вам разница? Да не покупайте вы эту колбасу. То есть их не волнует момент того, что невнимательные покупатели, которых в районе 40%, они просто в спешке, уставшие после работы, могут купить опасный продукт и дома отравиться. Люди, которые дают советы, не делайте, ну то есть они дают такие обычные советы, а зачем вы это делаете, а что вы скандалите, а она ж не виновата, давайте ее простим. Слушайте, ну не давайте свои советы. У меня часто какие-то непонятные покупатели нападают, говорят, у вас неправильная гражданская позиция. Я говорю, вам какая разница? Вы хотите, ешьте с ними просрочку. В чем проблема? Я же вам не мешаю. У меня даже был момент, когда человек колбасу с плесенью при мне начал есть. Я вам честно говорю, вот тут в центре города у нас население... Это был кто-то из персонала? Нет, это был обычный покупатель. Он говорит, и что она испорчена? А что он хотел довести, мне интересно. Но он мне доказал только то, что у него с головой совсем все плохо, пора закрывать ее. И этот человек стоит, нападает на меня, и еще вам больше скажу, знаете, у нас общество настолько все сломалось, допустим, пример, я проверяю оливковое масло, оно, я говорю, это подделка. Ну там понятно, что это подделка по цене 50 гривен за литр. Прибегает мне какой-то гражданин и начинает говорить, вы говорите не на украинском языке. Я говорю, отлично, но я имею право. Но, я говорю, а вас не смущает, что я за ваши права борюсь, как украиноязычного? Тут украинской маркировки нет, вас не смущает? А вот это его как раз не смущает. Понимаете, то есть то, что его ущемляет, его не смущает. А то, что я говорю на украинском, его смущает. В чем проблема? Общество сломалось, нельзя так. Люди, нам переоценку ценности сделали. Если нам стравят, если на товарах нет украинского перевода, ну давайте за это бороться. Причем, что вы ко мне пристаете? На улицах такое происходит, народ реально просто как зомбированный. Завжди мені було цікаво щодо товарів, які виставляють на акції. Чи варто довіряти таким акціям, і чи дійсно, якщо там буде прострочка? Смотрите, перше, як перевіряється ціна на акцію? Розворачуєте товар, там є штрих-код. 4-8 – це огромне кількість цифрок. Є телефон, тут же забиваєте в інтернет, смотрите, скільки цей товар стоїть в інтернеті. Сразу вибиваєте. Зараз же всі супермаркети вийшли в онлайн, більшість. И вы видите, если он в супермаркете стоит 10 гривен, ну в других, а в этом 15, но по акции, ну логично, что вас хотят обмануть. Следующий шаг, это вы проверили цену. На даты посмотрели, и если это все находится в отделе оценка, имейте в виду, этот товар должен стоить существенно дешевле обычной даже акционной цены. Потому что этот товар с подходящими сроками или потерявший качественные характеристики. Вот мы даже когда проводили последний раз проверку, в этих отделах очень много просрочек. Я просто за руку ловлю, она куда-то убегает от камеры, я говорю, подождите, давайте посмотрим это вот мясо, она говорит, сейчас я его перефасую, пакет порвали. Я смотрю, 2 часа уже просрочено. Что вы хотите фасовать, скажите мне? Скажите, пожалуйста, а чему отношение супермаркетов до покупцов такое? Чему они выкладывают этот товар и чему они не следуют за этим? Я знаю великие, я безпосередньо знаю, да. Да, в великих магазинах за этим дуже щільно следуют, и таких промахов у них дуже мало. Чому не совсем. Чем от Киева дальше отъезжаем, тем ситуация хуже. Ситуация хуже. Самое простое. Смотрите, если бы было у нас какое-то планирование, да? Так. Вот на конкретно этот район могло быть там 2 супермаркета. У нас сделали в каждом в окне по магазинчику, по супермаркету. Но мы же должны понимать, что товарооборота нет.
Ну, такого большого, чтобы они могли жить. Все залеживается. Да, во-первых, оно лежит. Во-вторых, необходимо тогда поднимать цены. Ну, потому что чего ты будешь целый магазин держать? И все дружно, потому что не имеют большого оборота, поднимают цены. Мы как покупатели за это платим. А далее, ну, поднял цены, ну, ты ж не можешь сильно поднять. Тогда ты не добираешь персонал, не доплачиваешь персоналу зарплаты. Ну, смешные же зарплаты в супермаркетах. И по итогу ты получаешь низкокачественный, низкопрофессиональный персонал в большинстве случаев, текучку кадров и непонятно какие цены. Потому товар часто лежит на полках просроченный, а продавцы настолько безлаберные, просто его не видят. Если бы у нас как-то все планировалось, знаете, в этом районе может быть там 5 аптек, да, допустим, а не 100 аптек. В этом районе может быть пару магазинов. То есть какая-то инфраструктура на район как-то хоть прогнозировалась. У нас вообще ничего нет. У нас просто рынок сам разберется. Он разобрался, мы переплачиваем, еще часто покупаем просрочку. И к этому всему, почему это все происходит, добавилось, что отсутствуют контролирующие органы. Ну, они фактически не работают. А чему? Чему? Мораторий. Мораторий на проверки бизнеса, у нас же карантин. А до этого реформы были. Я просто, знаете, что я вчера включил человека, которого я в 2019 году, Зеленский в 2019 вы забрали, да? Угу. Ну да, да. Я у него спросил, что вы будете делать по защите прав потребителей? А он мне аккуратненько говорит, как уже новоиспеченный чиновник, пишите жалобы на наш новый департамент. Ну, идите, короче, вы к черту, да? Я говорю, у вас проблемы, цемент подделан, у нас проблемы, 80% на территории Украины цемента подделанного. У нас стройматериалы никто никак не проверяет, потому что отменили сертификацию. Дома трещат, даже эти новострои. Что вообще творится? Он говорит, это не мои проблемы, это слишком, говорит, давайте говорить о чем-то более банальном, там, как мы продадим заводы, как мы продадим землю. И после этого он выходит, как уже оппозиционер, рассказывает, нам не дали, мы не смогли, а вы не хотели. А чему такая байдучесть? А еще, знаете, что меня удивилось? Была поднялась недавно тема потребительская корзина. Люди, я вам сейчас расскажу, это просто хохма. 15 лет у вас должен быть холодильник. Допустим, у вас может быть 15 лет холодильник. Угу. Но чисто теоретически, не будем разбираться в деталях, срок эксплуатации есть такое понятие. Смотрите, есть гарантия там 2, 3, 5 лет. Так. А срок эксплуатации на этот период выпускается запчасти. Нет ни одного холодильника, на который выпускается на 15 лет запчасти. Как можно было в потребительскую корзину внести холодильник, что мы его должны как потребители им пользоваться 15 лет, если на него запчастей производитель не обещает? Я сижу, окей, пошли дальше. Обувь. Мы должны одну пару обуви носить 3 года. Окей. Это при условии, что у вас там, ну, пар 20-30 обуви, вы сможете, ну, правильно, не хорошего качества. Да, вы сможете так носить. Ну, если у вас одна пара обуви на 3 года, она не выживет. А ще й не максимальної ціни, да. і не якісної якості. Что логично. 3 года. Хорошо, допустим, 3 года. Но почему же вы в ДСТУ прописали гарантию 30 дней? Что делать остальных 2 года и 11 месяцев потребителю, если обувь расползлась? Я за жінок скажу. Колготи, капронові, одні, наскільки там, здається, на рік? Та це нереально. Можна одразу вдягнути і порвати. Конечно. Той самий день. Вопрос, понимаете, как все это в голове у этих людей поместилось? То есть, объясняю, чиновники, если вы хотите, чтобы люди носили 3 года, вы должны прописать нормативные документы, что обувь должна в Украине носиться по гарантии от производителя 3 года. Все, вопросов нет. Если потребитель не нарушает условия эксплуатации, носит 2 года 5 месяцев, она рвется, вы ему должны дать новую обувь бесплатно. Ну, по закону ж. А так получается, дали 30 дней. И не важно, сколько эта обувь стоит. 10 гривен, 50, 1,5, 5 тысяч. 10 тысяч гривен. Вообще не имеет значения. 30 дней проходит, мне люди говорят часто, подошва протекает. Или сколько дней прошло? 30. Я говорю, все, пиши пропало. Ну, потому что все, обратиться к ним нереально. Они говорят, ну все, гарантия ж прошла. Хотіла запитати, от ми говорили про прострочку харчових продуктів. Як щодо побутової хімії і, можливо, косметичних засобів? Наскільки це оця прострочка, вона шкідлива для організму людини? Якщо є гарантія, от пишуть, не тільки срок гарантії, гарантія, щоб ми розуміли, відчитується від моменту производства, не покупки, гарантія. Тобто гарантія... Ну, срок, ну, короче, в общем, написано, сделано такого-то, срок, я не помню, как, подождите. Придатности, там. Срок придатности. Срок придатности, да, извините, не гарантия, срок придатности, допустим, один месяц. Вот вы от даты производства срок придатности один месяц и отсчитываете. Гарантии там нет, понятное дело, извините, это промышленные товары. И вот тут возникает вопрос, что вы покупаете? Если вы покупаете просроченный товар, возможно, если это косметика, аллергические реакции. Если производитель предусмотрел, что там есть этот срок, ну, да,
то после этого срока он ничего не гарантирует. Есть какие-то побочные эффекты, возможно, они сразу не будут заметны, но есть проблема, возможно. Я не проверял, и никто не проверяет на себе такие вещи. Но... Тобто, в першу чергу, ми самі, коли йдемо в магазин, маємо дивитися на всі ці деталі. А ви деталі бачили на косметиці? От на туші, от навіть ваші. Я поки знайшов, де у вас маркировка на... До речі, ніколи навіть не думала про там це. Там от такий от шрифт, я взагалі чесно, я от так от... І там позначка така малесенька, скільки можна нею користуватися після того, як відкрили. Да, тобто там немає конкретної дати виробництва. Слушайте, там, може, все і є, там десь якась отриваєш. Ну там такий шрифт, ну просто, просто нереальний. Як це прочитати? Я думав, що в перше время, що там взагалі нет маркировки. Потім мені хтось показав, що от тут где-то роєш, маленька якась отриваєш і читаєш. Просто ужас. Стосовно української продукції, у нас багато іноземного товару. У нас, кстати, сейчас была последняя проверка. Наши украинские производители, ну, нечестные, наладили подделку под известные бренды. Слушайте, иногда наши украинские производители делают неплохие подделки. Неплохие подделки по той цене, которую они делают. То есть, допустим, они 5 литров моющего продают за 150 гривен, 170, а оригинальный производитель больше 300 гривен просит за 3 литра или там что-то такое. Там просто, конечно, разница по качеству немного, но они бесфосфатные даже. Но вопрос, я говорю, а почему не продается? Они говорят, а наш украинский производитель хочет импортное. Он не готов покупать, допустим, отечественного производителя по этим деньгам. Ну, но надо проверять. Понимаете, это просто один раз была проверка и повезло этим вот фальсификаторам, но я не буду говорить, что это на массовом потоке такое качество. Просто я знаю, наприклад, багато виробників одягу, які шиють багато на експорт в Європу, а там стандарти високі. Але ми, наприклад, купуємо той самий Китай чи якісь мас-марки, да, неякісні. Чому так відбувається? Ну, вони що, отшивають на другий ринок по другим цінам із-за валюту? Ну, скоріш за все, що так. Да, да, плюс вони освобождаються від НДСа. То есть они же как экспортеры получают возмещение еще, ну, они нормально себя чувствуют, они еще, если, ну, то есть если все правильно сделать, они хорошо зарабатывают. Украинский рынок, у нас почему Китай завозится? У нас он или по теневым схемам идет, ну и качество, стоимость этих изделий, вы же дадите обувь, допустим, конфискат, там обувь и 100, и 150 гривен стоит. У нас скоро має з'явитись вакцина, чи можна перевірити якість вакцини? Как это можно сделать? Смотрите, во-первых, я просто смотрю экспертов, и у меня, я сидеть начинаю. То, что она там не прошла полностью проверки, я смотрю, сколько аллергических реакций появляется. Ну, я не знаю, что это творится. Ну, а взагалі можно це перевірити, коли вона зайде, наприклад, ну, на територію? Ну, наша организация точно это не проверит. И в Украине... В Украине вся наука умерла. Лаборатории умерли. Тобто ми ризикуємо. Да мы с 90-х все убили, что мы рискуем? У нас, смотрите, как делается бизнес по-украински. Убиваешь любые контролирующие органы, убиваешь лаборатории, и после этого говоришь, свободный рынок, свободу попугаям. И все, и все кричат, свободный рынок, мы будем за 3 копейки покупать качественный товар. Когда нет контроля, вы будете покупать только ужасные вещи. Прекрасно. Давайте все-таки вийдемо на позитив. Рекомендації від вас для покупців, як себе убезпечити і не купувати неякісний і... Ну, вибирайте місце покупки, беріть фіскальний чек 100%, якщо дають. Якщо теряєте чек, фотографуйте його. Ну, і смотрите, що ви покупаєте, якісь состави хоча б ізучаєте, гарантія, як скільки на цей товар. И будьте осторожны в Инстаграме, Фейсбуке, в других ненормальных социальных сетях, где какие-то продавцы постоянно вас хотят кинуть, а потом вы мне говорите, а как вы мне можете помочь? Я говорю, я даже не знаю, где этот продавец находится. Если купили в соцсетях, считайте 50 на 50. Если потеряли деньги, жаловаться будет бесполезно. А часто до вас звертаются, коли... Да каждый день. Каждый день кто-то в интернете, так? Слушайте, я после того, как вам про икру рассказывал, что да? Так, так. Мне друзья говорят, поехали в Житомир, там пол Житомира купила этой подделанной икры. Народ вообще просто так прет. Я говорю, я другу приехал, он сидит и говорит, вот Максим, хочу больше зарабатывать. Я говорю, так подделывай икру. Подделывай икру, говорю, у нас народ вообще не пробивной, его вообще не доходит, его кидают за эти деньги. Он каждый год встает на те же грабли. Чому? Чому успокоїтися не можуть? Я взагалі не розумію. Як змінити цю культуру сприйняття цього неякісного і підробленого товару? І що людям треба говорити, щоб вони все-таки зважали свою увагу на не купувати підробки? Смотрите, нічого їм не поможе. Є об'єктивна причина і суб'єктивна. Суб'єктивна половина населення реально просто не розуміє, що відбувається. Реально підделку від оригіналу не відлічать. Якщо це продукти питання, вони можуть навіть вибрати
по вкусовым качествам подделку, потому что там глютамат натрия, усилители вкуса сильнейшие, да, вкусовые добавки, которые... То есть они многие говорят, ой, какой запах хороший, наверное, копченость хорошая. А это просто химия мощная тебе в нос бьет, да? И второй момент, объективный. Пенсионеры, допустим, многие понимают, что происходит. Она ко мне подходит и говорит, а где мне купить такие продукты хорошие? Я говорю, а какая у вас пенсия? Она говорит, 2000 гривен. Я говорю, нигде. 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 Прекрасно. Объективно страна доведена до ручки, и ничего в ближайших 5-10 лет ничего не изменится. Потому я всегда говорю, и вам скажу на вашем эфире, молодежи, спокойно покидайте страну на 5-10 лет. Если это вы сможете там накопить опыт и деньги, вы всегда сможете вернуться в Украину. Но пока что это какое-то сплошное безумие. Будемо сподіватися, що все-таки все налагодиться, люди будуть більш свідомими. Дякую вам за ефір. Дякую вам. А вам, глядачам, нагадаємо, що в нас в студії Максим Несміянов, експерт по захисту прав споживачів. Друзі, дякую за вашу увагу. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби бути в курсі усіх-усіх новинок і в курсі усієї інформації. А також не забувайте за дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилось нове відео і вам обов'язково варто його подивитися.